Всем требует доброго времени и суток. Это канал Boring Дмитрий или Скучный. Скучный. Да уж, куда же без потягушек. Ну что, продолжаем наше неторопливое, казуальное, ленивое прохождение игры SnowRunner. Напоминаю вам про лайки, извиняюсь за свое сопение. Отдельно громадное спасибо Помидорка Вячеславу, ZCatExp и NoName. Не знает за что. Ссылка на донат в описании под видео. Блин, ладно. Чуть-чуть дальности не хватило, да? А может чисто с моста? Блин, с моста, по-моему, далеко. Беда. Так не пойдет. Да, это было опасно. Так. А если так? Вариант. Что же нам с тобой делать? С моста порыбачить или вообще с другого берега? Кстати, а может с другого берега? Давайте-ка попробуем. Может и с другого берега. С причала рыбачил апостол Андрей. Спаситель бродил по воде. Так, ну давайте сначала. Хрень достанем. В принципе, конечно, можно вообще туда спуститься. А, тут слишком узко, да? Угу. Но есть подозрение, что... А, ну можно вон там спуститься, подъехать. Ну или с другого берега попробовать порыбачить. Давайте попробуем. Почему бы и нет? Так. Ладно. Давайте попробуем с другого берега. Но если не получится, тогда действительно придется вон там съезжать и, ну, как-то оттуда, видимо, рыбачить. Я так опасно это все делаю, да? Mm-hmm.
А ну-ка упрись. Очень опасно. Эй, ну. Ну давай, вылезай ты уже. Ты упендривался. Какой проблемный груз, блин. Ну, норм. Фьюф. Да уж. Что-то я как-то... Это же у нас что? Утерянные пожитки, да? Нет, подожди. Нет, тоже не то. А, это утерянные пожитки все-таки. А, ну, видимо, да. Правда, я только сейчас понял, что их два надо. А почему только? Подожди, их же три, вроде бы. Или я совсем с ума сошел? На карте вроде три отмечалось. Точки. Неужели тут предоставляется выбор? Какие пожитки спасать, какие нет. Забавно, если так. Тихо. А вот и доставка. Получите и распишитесь. Ура! Можно выдохнуть, спасибо. Ну ладно. Странно. Мне почему-то казалось, что там вроде как три пожитки. Но, видимо, я ошибся. Ну ладно. Так, возрождаю. А карьерные приключения это что? А, ой, кстати, блин, точно. Его надо вытащить оттуда. А, так. Сначала доставить. А потом... Это подремонтировать, да? Загорай. А давайте-ка сейчас этим. Нет, не этим, не вот этим. Не этим. А где этот? А, вот этим. Товарищем. Хватит у меня возможностей. Эх, ты ж ёка ломана. Ну что ж, сделаем полный круг. Мы не горды. Так. Мычки. Удок. Все отлично. Попробуем его сейчас.
так вытащить. Так, дотащить. Получится или нет, хз. Но будем пробовать. Будем пытаться. И в итоге сделаем, несмотря ни на что. Но все-таки я смогу съехать, а так кругаля нарезать неохота. Лечу я сейчас нахрен, блин, а? Или нет? Ну, немножко треснулся, но в целом... Но в целом норм. Где-то там. Валяка. Валяка. Валяющаяся ляляка. Под названием International Load Star 17.00. Ты как ты расположился-то? Эффектно. Так. Ну, поехали. Ну, в принципе, норм. Так, стоп, а мы сможем тут сейчас? Так. Наверное, сможем. Но не факт. Да я вот там вот сократить все хочу дорогу. Насколько это вообще можно назвать сокращением, конечно. Давай, езжай, блин, а. Мы не такое вытаскивали на тебя, бандюга. Ужас. Бандит тащит International. Затащу или не затащу? Должен? Че, нет? Сопротивляется засранец? Не хочу, я, говорит, в карьере отдыхал, оставьте меня. Брось меня, командир. Как в этих старом-то выпуске масок шоу про партизанские отряды, блин. Братушки, добейте меня. Ну окей, там достали. Патрон нет, приклад минальчества. Ай, нет, спасайте. Лучше, говорит, спасайте. Не надо меня бить. Так ржал с них, блин, такой тупняк. Ну что ты никак повернуть-то не можешь, блин. Вот влип в эти камни, блин. Я уж и так его развернул, и всяк раз. Все уже, блин, сделано. Нет, он камушку. Смотрите, ну что это такое? Ну где поворот? Ну колеса повернуты, блин. Нет. Все равно его прям тащит вперед на стенку. Езжай давай. Так, теперь нам как? Отсюда, видимо, да? Так, вот так, так. Так, так. Так. Нет, не хочу я рисковать. Давайте лучше здесь проедем. Поехали.
Да. Похоже, бандит после этого придется обновлять. Ну, собственно, как обычно. Любая чинильная установка тут, по сути, одноразовая. Ну, кроме больших фургонов, естественно. Дай-ка, помогай там сзади. Все, тебя отремонтировали. Ну, кузов сами будете рихтовать. Так, стоп. Смеркалось. Будет забавно, сейчас привезем, он опять сломается, скажет, а теперь его надо починить. Надеюсь, что нет. Это будет слишком весело даже для меня. Как ты на него упасть ухитрился, блин? Да еще там. Мягко говоря, я бы понял, какой другой внедорожник упавший. Но этот... Хотя, с другой стороны, хрен знает, на какую скорость он там летел, какие в кринди-бобли выписывал. Потом у него колеса явно шоссейные. Хотя хрен поймешь, там не видно. Ну да, при желании можно на чем угодно перевернуться. Мне вот интересно, а как в понимании разработчиков происходит починка бака топливного? По факту это ж... Ну что, много ты там начинишь, блин, если он пробит? Ну то есть заплатку, да, но это же в любом случае на замену. Кстати, вот смех смехом, я никогда... Секундочку. Будь здоров, спасибо. Честно говоря, никогда ни от одного водителя не слышал о пробоине в бензобаке. О чем угодно слышал, но вот чтобы именно бензобак пробить, причем даже от грузовых, что угодно обсуждали. Я понимаю, что это может, даже не может быть, а наверняка есть, но вот честно, вот сейчас вот не могу вспомнить, просто ни разу ни одного обсуждения. Что только не обсуждали, какие только поломки не были. Смешные случаи, еще что-то, но вот чтобы именно сказать, что вот, а я вот там бензобак похреначил, вот вообще не помню. Может, конечно, просто не помню банально. Задумался, а как бензобак чинится? Без шуток. Я знаю, что для радиаторов есть какая-то эта какая штука-то, которая... Блин, как что-то называется-то? Что-то там туда засыпают, и она как-то забивает эти течи. Но это, так как я понял, временная тема. Все равно там надо как-то это дело. А как бензобак реально чинится? То есть у него тупо заплатку ставят? Или все-таки он под замену идет? Как цельная деталь. А просто как бы бензин, елки-палки. Протечка топлива, это не очень хорошо. По многим пунктам. Не сталкивался. Ну, может, и сталкивался, просто не помню. Тоже вариант. Чё этап? А, заправьте, говорит. Ну, ты смотри, какая цаца, а. А еще чуть-чуть сделать. Стеклышки протереть. Охренеть, блин. Наконец-то, спасибо. 10 тысяч. Ну, хотя, ладно, в принципе, нормуль. Десятку. Он, по-моему, сам по себе дешевле стоит. Подожди, он мне сейчас заплатил десятку. Так, давайте к этой эвакуации без вариантов, потому что он пустой вообще уже. Так, секундочку. Магазин грузовиков. International E. Во. А, нет, это он, да? Да, это он, с ракет, да. Ну, блин, четверть от стоимости машины отдать. Ну, а с другой стороны, хрен ли она, блин, перевертыш во все стороны. Пробитая, разбитая в усмерть. Ну, да. Спрашивается, какие были еще варианты. Так, сейчас тогда пока бандита, наверное, где-то тут поставим, пусть пока стоит. Он там не шибко пока что нужен.
Когда потребуется, тогда и поедем. Сейчас пока здесь... Здесь пусть загорает. Что? Прошу прощения. Это, блин, как? Неожиданно. То есть я как бы проехал, но как бы зацепился за... Что? За бок... Чего? За что? За бок этого забора? Он же... Блин. Да. Что-то я не очень понял сейчас эту поломку. То есть, ну я же проехал дальше и не остановил. То есть я не врезался, остановился. Я проехал дальше, но при этом все равно зацепился. Это как работает? Это что за злобный пиксель мне попался? Так, где там наш разведчик? Развоедчик. Розовоедчик. Так. Слушайте, я знаете, что думаю? А может нам сейчас Яриком вот сюда метнуться? Кстати, на самом деле, давайте-ка мы сейчас Яром быстренько туда скаканем. К вышке. Так вот как не так по-быстрому-то скачнуть. Потерянный заказ. И вот сюда. Угу. Скакнем. Посмотрим. Тут вышки очень большое пространство открывают. Может сейчас бахнем еды и особо разведывать не понадобится. Но в целом все-таки логично. Вышки, как по мне, вот если уж вы вводите такую штуку, как разведывательные вышки, они реально должны карту открывать. Просто открывать карту всю целиком, без кусков, без еще чего-то. Ну, по-моему, это логично, блин. Ну просто иначе, а смысл тогда в этих вышках? Что это за костырек такой получается, не то, не сё? То есть, хочешь сам разведывай, разведывай. Не хочешь сам, ищи вышки, как бы. Ну, логично, по-моему. Ай, ай. Это вот так раздражает, когда на карте смотришь, там где-нибудь раз кусочек остался, здесь кусочек остался. Причем, понимаешь, что там, в принципе, ничего нет. Ну, все равно. Все равно раздражает этот момент. Так. Видел, какой состав перевернулся на путях? Нет. Так вот, там лежат наши бочки. Поможешь довести их сюда? В составе теперь ваши бочки лежат, да? А где? У прошлого, значит, у соседа на огороде его вещи каким-то образом оказались в коробочке, да? У вас, значит, в составе ваши бочки. Угу. Мне даже интересно, я по какой статье тут сяду на этой карте? Сначала соседа по наушке у другого соседа ограбил. Теперь пойду состав. Кураван грабить, да? Нормально, чего бы нет. Так, как? Что? Как вот здесь? Пойдем грабить Курлана. А, гонка над пропастью. Мост над ЖД-путями. Еще один мост. Ничего себе на этой карте мостов. Знаешь, скользкого все сюда перетащили. Там как раз особо ремонтировать было нечего. То есть, наоборот, там много чего было ремонтировать, только ни хрена не ремонтировалось. Симпатично. Был бы комп помощнее, наверное, вообще была бы красота красотенечная. Ну вот, про что я, собственно. Хе, прикольно такой. Так. АЗС. Мост над ЖД путями. Ух ты. Ой. От одного вида плохо. Я вот смотрю, вот эта гонка над пропастью. Вот смотрю вот это и понимаю, это где-то здесь, видимо, да? Так. Так. Так, 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 так. Чик-трак и в домике, да? Пу-пу-пу-пу-пум. Как сейчас лучше-то? Че у меня по топливу? В принципе, норм. Тогда сейчас, наверное, так. Так.
Так, так. Так, 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 так. Ага. И, в принципе, можно, наверное, мосты начать. А чё нет, кстати? Действительно, вот сейчас... Раз. Вот эти вот чисто мосты починить. То есть, два, три. А чё тут, кстати, а какие тут детальки нужны вообще? Обычно, вроде, металлические балки были нужны всегда. Тихо. Попрошу не падать. Не перевертайся. Просто на нахрен всю подвеску к бибине матери, блин, уничтожил. Бам, бам, бам. Вы это видели, да? Проехал, я не знаю, по участку, блин. Там что, 18 ящиков гвоздей, что ли? Ловушка специальная стояла, блин. На еще. Минус подвеска, минус колесо, блин. Красота. Конечно, ничего страшного. У нас есть где починиться. Так, тут у нас что? Какая-то подгрузка. Деревянные доски. А, вот средние длинные бревна. А, средние длинные, да? А, в смысле, деревянные доски, деревянные доски. То есть один и тот же товар, просто с длинных 4, а со средних 2. Все? Ну ладно. Но в целом логично, конечно. И это все-таки разные товары. Хз. Ладно, посмотрим. Уступи дорогу. Ну тут я еще согласен. Действительно похоже на то, что может быть кому-то придется уступать дорогу. А вот эта музыка, по-моему, с первой карты не меняется. Все время на заправках что-то подобное играет. Как мне кажется. Может, я не прав. Так, ну пошли посмотрим, что там за мост. О, ну тут точно металлические балки нужны. Хотя хрен, значит, посмотрим. Так. Путь до лесопилки также отрезан. Давай приведем его в порядок. Это, а что надо-то? А, балки. А где? Металлические балки 2. А 4. А где еще есть металлические балки? Ага, тут еще металлический каркас 2. Так, ну допустим, это мы сейчас вороном притараним. А что, больше вообще что нигде нет? Да ладно. А, ну вот. Вот, да. Хм. Типа кабанчиком метнуться сначала вот сюда. Этот каркас, он хитрый. Он рядом с выходом. И черт его знает, может он там где-то понадобится. А может и нет. Подождите. Ну допустим, хорошо. Вот тут зона... генерации груза. Что-то не очень понятно. Так тут есть груз или нет? По-моему, что там же не было нифига. Или был все-таки? Хрен знает. Так, давайте тогда ворон сейчас быстренько сначала сюда. Потом еще раз за другой партией балок сгоняет. Так я пока и не понял, как эта генерация. Вроде как, помнится, писали, что там вроде топливо что-то тратится на разгрузку. Что-то такое. Надо будет понять еще, как это все работает. Просто когда я в прошлый раз запустил, вроде как там ноль было на этом. Вообще ничего не было. Вроде бы. А, ой, балки. Тьфу ты, это же балки. Ёкалмны. А, ну, кстати, а чё? Ну, балки. Чё балки-то? Секундочку.
Сейчас все будет. Ох, цыц. Балки, не балки. Обалки, обалки. Ох, цыц. Не давайте тут. Сказки не рассказывайте. Один груз, ага. Сейчас. Один груз. Иди сюда, блин. Тяжелый груз. Давай, 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 иди сюда. Иди, иди, иди сюда, тебе говорят. Да иди ты сюда, блин. Да не стесняйся, никто тебя не обидит. Давай, залезай, 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 залезай. Стесняша какая, а? Стесняша, блин. Понимаешь, один груз. Ага, сейчас размечтались бы. Так, через АЗС. Чтоб я еще эти грузы, понимаешь, в два этажа не возил. Ха! Я бы их и в три возил. Но в два очень красиво смотрится. Этот кран очень так выглядит, так, оп, так придавливает прям. Не знаю. Это эстетично смотрится. Все-таки три этажа... Я не помню, я интересно ради на ютубе смотрел, типа, возить в три этажа. У кого-то было такое видео. Я посмотрел, выглядит откровенно по-уебни. Ну так это. Кривоватенько, мягко говоря. Мне не понравилось. Два этажа еще как-то так плюс-минус норм вроде. Три уже, знаете, как-то слишком фан... Даже не то, что фаново, а скорее, как, знаете, совсем уж какой-то костылек. То есть, да, можно, но, блин, ну не знаю. Выглядит плохо. Просто выглядит плохо. Уже как что-то такое совсем уж из разряда... Назло маме отморожу уши. Нам нужна еще партия. Это в чем проблема? Тут два варианта. Либо вести издалека. Ну, то есть, точнее как. Скорее всего, те мосты потому же... Хотя, подождите, там деревянные мосты есть, да? Да, есть. То есть, вопрос. О, тише. Там есть деревянные мосты, правильно? Правильно. Деревянные... Это... Как ни странно, требуют дерева. У открытия, да? Деревянные мосты требуют дерева. Ужас. Тихо. Давай, ну! Что ты тут? Вот тебя тащит куда угодно, только не туда, куда надо, а? Все-таки зацепился. Ну вот тут, ну, я не могу. Оно, ты все, вроде уже выехал. Нет, вот тут сам уголочком. Ну, чуть-чуть. Давай треснемся, блин. О, зараза. Но правда чуть-чуть. Чуть-чуть. Все ж таки. Да.
Отлично. Первая партия, допустим, есть. Допустим. Допустим, она есть. И чё? Ну это ж только первая партия. Да уж, беда бедовая. Ну, кстати, еще вопрос. Может, он еще и балки, может, он какие-нибудь бетонные плиты потребует. Кстати, да, вполне. Так. Тут нигде ни хрена нету, да? Тут, скорее всего, тоже металлический, тут деревянный, тут... Тут хрен знает. Тут может быть и то, и другое вообще в легкую. Так. Вот тут еще какой-то переездик. Такой незаметный такой. Просто присутствует. Или он типа смытый. Утащил по речке. Так. Ну чё? Ну чё? Либо сюда. Либо сюда. Сюда далеко. Да. А вот тут можно процарапать. Кстати, а что далеко? Нифига недалеко. А, так, а как тут, кстати? Тут процарапаться-то можно. Как... А, вот, вот сюда, да? Хм. Кстати, вариант. Хм. То есть, если вот так вот, да? Подожди, как мы тут... Так, отсюда, да? Допустим, так, так. Так, так, так. Так. Так, так. Допустим, сюда. Сюда, сюда, сюда. Сюда, сюда, сюда. Сюда. Сюда и сюда. Ну, давайте попробуем. Почему бы и нет. Поглядим, что из этого получится. Получится ли, вообще хоть что-то. Погнали. Набор они в целом в любом случае шустро получится. Если ты, конечно, поверх подвеску не угроблю окончательно. Папа, уже? Печально. Не надеялся сегодня мост таки достроить. Давайте хотя бы до той точки доедем. Обратно уже. Обратно уже. Обратно уже в следующий раз. Так, ну, тихо. Да, помню я про это место. И больше не хочу здесь спотыкаться больше, чем необходимо. Назад надо будет очень аккуратно все-таки. Ну, хотя посмотри сейчас, как вот эта дорога будет восприниматься. С двойным грузом. Ну так-то вроде дорога плюс-минус ровная. Конечно, ровнее видали, но... Вот прям лютого перекоса я не наблюдаю. Налево, налево.
сейчас направо. О, это место ловушка, да? Сейчас так. Бултых. Ну хотя нет, кстати. Не такая страшная ловушка, как могла бы быть. Не знаю, мне пока что эта карта кажется куда более сбалансированной многих предыдущих. Именно в плане, знаете, вот этого вот, ну как сказать, дорожного покрытия, что ли. То есть, когда ты едешь, например, по лесу, заезжаешь на горку и... Ну, то есть, логично, вот, например, что такая лужа, она в низине, да? А наверху, если грязь есть, она такая более поверхностная, что ли. А то, честно, на предыдущих картах дико раздражал тот момент, когда ты заезжаешь куда-то наверх, и там посреди горы лужа глубокая. Охренеть, блин, как она там образовалась, твою мать, она стечь должна была. Давным-давно уже, блин, с учетом всего происходящего. То есть эта лужа могла там образоваться только в больной фантазии, как говорится, этого геймдизайнера или кто там за это отвечал. Здесь вроде так пока что как бы и грязь есть, но не такая глубокая. Ее хватает, но она адекватная грязь. То есть нет такого, что через каждые несколько метров вляпываешься в какие-то метровые лужи, блин. Хочет задать вопрос, ребят, да как вы вообще здесь живете, ёшкин кот? Мы же должны давно, блин, должно скипнуть отсюда вообще, чертовой матери, куда подальше. Вообще никого не должно быть. Так, вот это место опасное, между прочим. Тут такой наклончик, и можно... Так, давайте-ка мы Эльчику включим. Эль плюс. Здесь, кстати, тоже с грузом-то. Оф, что-то я не уверен, что я тут поеду. Туда-то ладно, а вот обратно, с учетом всех этих наклонов. Наверное, все-таки лучше по дороге ехать. Да, там подлиннее получится, ну да и хрен с ним, зато безопасней. Вот тут со всеми этими камнями. Не, назад другой дорогой поедем. Чтобы перевернуться вообще неохота. Тут, конечно, поблизости тайга тусуется со своим краном. Он меня перевернет, но один черт, это условная поблизости. Все равно придется далеко пилить. Так что да, в обратную дорогу едем другой дорогой. Так, С берем. Берем, так. Иди сюда, приятель. Ну куда ты? Ой. Я туда поворачиваю немножко, да? Эй, подожди. Вот так. Нормуль. Ну, кстати, в прошлый раз кран приятнее лежал, но там и груз торчал назад, получается. А здесь он все-таки немножко... А, тут как-то вообще кривовато получилось. Ну ладно, фиг с ним. Так, заглохни пока. Так, что у нас? В следующий раз тогда маршрут. Да, вот отсюда проедем. Тут поровнее все-таки дорога. Да, длиннее. Ой, хрен с ним. Зато ровнее. Вот тут вот как-нибудь прошкандыбаемся.
Здесь? Нет, спасибо. Да его нафиг. Так. А тут, кстати, нет ни хрена. Да блин, ну... Чё, по второму раз не навалишься? А, тут рулоны. Ну, кстати, рулоны, да. Ладно, ладно. В целом, вроде, норм такой сегодня получился. Действие. И дорогу открыли, и пару заданий. Одно. Два. Сколько заданий выполнили? Два задания выполнили. И даже мост начали восстанавливать. В целом, я считаю, весьма неплохо. Ну, и на этой неплохой ноте всем огромное спасибо за просмотр. Напоминаю, что ссылка на плейлист, на дискорд и на донаты, все это в описании под видео. Извиняюсь за свое сопение. Всех, кто до сюда досмотрел, обнимаю. Парни хлопают плечо. Девушек, чмокаю в щечку. Увидимся в следующей серии. SnowRunner. Ну, не совсем безоговорочная, но все-таки forever. Как-то так.